Майк, что такое? Хотел убедиться, что ты готова к сегодняшней церемонии. Да? Я до сих пор не могу поверить, что мы получим ордена почета. Ты что, шутишь? Ты это заслужила! Ты же спасла Эквестрию от... королевы Крисалис! Тебе помогали Трикси, Торакс, Дискорд и... Да, я знаю, что было. Я же там была. О, точно. Так что ты наденешь? Не знаю. А что, надо наряжаться? Нет, то есть можно. Как говорит Рарити, слишком нарядной быть нельзя, дорогуша. Будешь самой красивой пони в комнате. На что ты смотришь? Нет, не смотри! Там был паук, но он исчез. Спасибо, старлой. Пока. Она не заметила. Мы отличная команда, сумеречная. Сумеречная? Да, суперкоманда. Думаешь, ей понравится? Хочу, чтобы подарок, как бы говорил, я горжусь тобой как наставник и подруга. Эквестрия в безопасности благодаря тебе. Пол, я думал, ты даришь ей зеркало, как у тебя. Да? Напиши открытку, зеркало этого не скажет. Думаю, ей понравится. Ей зеркала в комнате не хватает. А когда она проснется, то увидит себя в кругу друзей. Я подарю ей его после церемонии. Да, только тебе не надо готовить замок к торжеству. Нет, я поручила Пинки Пай. Старлайт, Трикси, Торакс и Дискорд проявили смелость и сообразительность в трудный момент. Они доказали, что узы дружбы, даже самые необычные, сильнее любых невзгод. Остановив королеву Крисалис, они не только спасли Эквестрию, но и освободили оборотней от ее гнета. Вперед, Дискорд! Ура! Поэтому для нас честь вручить им розовые сердца смелости Эквестрии. Всеми вами. Молодцы! Великая и могучая Трикси с огромной радостью спасла вас от неизбежной погибели. Да, потому что ты все это сделала одна. Не могу поверить, что ты справилась без магии. Это потрясающе. Никто никогда не шел против Крисалис. О, я сделала то, что сделала бы любая пони. Это чудесное чувство, правда? Видеть, как блистает ученик, в которого ты всегда верила. У меня щеки болят. Кажется, я никогда столько не улыбалась. Я могу лишь представить, каково это. Да, Старлайт лучшая ученица года, верно? У нее такой потенциал, что мы будем с ней делать? Под «мы» я имею в виду тебя. Ты же ее наставница. Теперь ее судьба в твоих копытах. Не беспокойся, я запланировала уроки дружбы на 3 года вперед. Что смешного? Нет, нет, Старлайт переросла простые уроки дружбы. Она получила орден за спасение Эквестрии. Я думал, ты шутишь. Ты же шутишь, да? Ну, конечно, шучу. Ясно, что у тебя должны быть на нее большие планы. Так же, как Селестия наставила тебя на путь, в конце которого ты стала принцессой. Да. Это чудесно! Я уверен, что она хочет поскорее все узнать.
Ну, каково тебе управлять целым королевством? Немножко сложновато, но приспосабливаемся. Скажи, а в дружбе важна внешность? Нет, не совсем. О, Старлайт, принцесса Искорка хочет сказать нам кое-что важное. Но, вернее, только тебе. Но я любопытен, хочу послушать. Хорошо, прошу прощения. Неважно, что происходит? Искорка как раз хотела раскрыть свой большой замысел для тебя. Правда? Мне интересно, что будет дальше. Да, нам обоим это очень интересно. Ну, конечно, и у меня есть план, естественно. Но сейчас не лучшее время. Наслаждайся вечеринкой. Старлайт, пошли. Вести по Невилле хотят сделать наше фото. И твое, Дискорд. Я вижу, что ты делаешь. Правда? Конечно! Ты уже выбрала идеальный момент во время вечеринки, чтобы объявить всем пони о своем плане. Браво, Искорка! Расскажу Флаттершай и другим. Дискорд, нет! Искорка, ты читаешь во время торжества снова? О, нет-нет, это она умеет. Это она освоила. Этому я ее научила. Дай угадаю. Что-то не так? Спайк, я ужасный наставник. Почему я не выбрала путь для Старлайт? Принцесса Селестия все продумала для меня. Точно! У меня было множество уроков дружбы на годы вперед. Но когда нас захватила Крисалис, Старлайт взяла все в свои копыта и сделала шаг вперед. Но думаю, уроков дружбы недостаточно. Тебе досталась талантливая ученица. Что-то мне это напоминает. Поэтому я и пришла поговорить с тобой. Ты из всех пони знаешь, что делать. Ты была мной, а я была Старлайт. А сейчас представь, что ты — это ты, а я — это я. Продолжай. Когда я была твоей ученицей, а ты была на этом месте, ты... О, нет! Ты отправила меня в Понивиль. Значит, мне пора отослать куда-то Старлайт Глиммер! Не могу поверить. Старлайт пора отправлять в дорогу, не так ли? Только ты можешь принять это решение. Да, оно сложное, но твое сердце знает, что правильно, даже если болит. Куда ты ее пошлешь? О, рано. Нет-нет, я должна это сделать. Вот дела. Что бы ни готовила Искорка для Старлайт, это так увлекательно. Почему же она об этом нам не сказала? Наверное, вы не так близки, как думаете. Шучу. Она хотела сделать всем сюрприз. Только между нами, она скоро сделает важное заявление. Это так увлекательно и неожиданно. Ведь организатор торжества сообщает обо всех планах. План у нее точно есть. Когда это у Искорки не было плана? Не знаю, вдруг я пошлю ее не туда. Куда же? Поняла? После победы над Крисалис Старлайт позволила оборотням изменить свое общество. Может, послать ее туда? Это круто! Если Старлайт отправится в Улей Оборотней, она сможет помочь им изменить их жизнь. Итак, дружба для новичков. Мы с Тораксом покажем, что такое компромисс. Я хочу на обед нектар из жимолости. А я хочу сэндвич. О, нет, что же нам делать? Атакуй! Выбирает победитель! Точно! Мы с Тораксом можем это обсудить и найти выход, который устроит обоих. Старлайт, будешь сэндвич с арахисовым маслом и жимолостью. Звучит очень аппетитно. Компромисс! Кажется, это не то, что бы делали Старлайт и Торакс. Это фантазия Искорки, Спайк. Неправильных фантазий не бывает. Спасибо. Старлайт Глиммер самая разумная и прозорливая пони. Да, точно фантазия Искорки.
Это был бы чудесный путь для Старлайт. Оборотням следует учиться любви через дружбу. Старлайт придется там очень долго работать, но это принесет ей удовлетворение. Но это и опасно. Стоит одному оборотню отбиться от стаи. Привет, я Старлайт Глиммер. А вас как зовут? Корникл. Что это за имя? У твоих крылья такие... прозрачные. Я так рада, что я пони. А вы что, какие-то жуки? Вот она, хватайте ее! Скорее всего, этого не будет. Но может быть. Я не могу отправить ее Селестия знает куда, все это не продумав. Я не знала, что я крылатое выражение. Вопрос уместный, конечно. Но даже я не знаю ответа. Это важнейшее решение. Ты должна продумать все варианты. Думай. А еще есть драконы. Можно послать Старлайт на земли драконов. Она точно подружится с Эмбер. Эмбер! Старлайт! Готова заняться рискованными драконьими делами? А то! Так, это не похоже ни на Эмбер, ни на Старлайт. Кто знает, как все пойдет, Спайк? Чудно. Старлайт понравится в землях драконов. Судя по письмам Эмбер, драконам живется весело. Огненные пиры, дракон-боулинг, фестиваль Когачева. Старлайт может пробыть там долго, но, к сожалению, не все драконы любят пони так, как Эмбер. Эй, Твинклстар! Я Старлайт Глиммер. Старкл Лайтстар? Старлайт Глиммер. Ну, неважно, повеселимся? Во что мы ныряем? В лаву! Что? Искорка, это безумие! Старлайт владеет магией! Она может остановить свое падение в лаву! А если она не поймет, что это происходит? Ну, мало ли что, Спайк! Надо послать ее в безопасное место. Безопасное. Я могу отправить ее в Кристальную Империю и продолжить изучение магии с Санбёрстом. Это идеально. Познание Санбёрста в магии под стать умением Старлайт. Нашел. Помести свой рог прямо на зелье и представь часы, которые хочешь создать. Соревнуясь, они смогут стать самыми талантливыми единорогами Эквестрии. У нас получилось быстрее. Что дальше? Конечно, на изучение магии уйдет целая жизнь, и Старлайт придется остаться там надолго. Особенно, когда они дойдут до сложных заклинаний. 3, 2, 1. А если они станут слишком амбициозными? Я бы не стала соединять призрачное заклинание Старсвирла с искривлением пространства. А если бы добавить перенос во времени сомнамбулы? Если все делать правильно, это позволит материализовать предмет, потерянный в прошлом. О, не делайте этого! Искорка, приди в себя! Успокойся, Искорка, ничего не случилось. Но могло бы! Похоже, я не могу ее никуда послать. Что же мне делать? Ты смеешься надо мной? Не верится.
боялся, что ты смеешься надо мной. О, Искорка, не над тобой. Я смеюсь, потому что переживала те же самые страхи. Что? Я расскажу тебе историю. Однажды жила очень талантливая юная пони. Она была моей лучшей ученицей. Ты рассказываешь об Искорке? К чему ты ведешь? Да, Спайк. Я постоянно удивлялась и поражалась ее открытием. Но я заметила, что ее увлечение учебой не позволяло ей полностью раскрыться. Она была отстраненной и одинокая. Да, Спайк. Мне надо было принять решение. Но это было непросто. Может, закрыть библиотеку или устроить бал во дворце? Ей бы пришлось общаться с другими пони. Мне надо отослать ее. Я знала, что в Понивилле есть особая группа пони. Но я придумывала все новые причины не отсылать тебя. Что если она встретит Мантикору? Или ее утянут в Тартар? А хуже всего, вдруг она не сойдется с другими пони? Нам что-то надо сказать? Думаю, нет. Я держала тебя в Кантерлоте дольше, чем надо. В итоге я поняла, почему я переживала. Я сама не хотела, чтобы ты уезжала. Правда? Мне нравилось, что ты моя ученица. Ты бросала вызов и учила меня так же, как я учила тебя. Стыдно признаться, но я боялась, что с новыми друзьями я больше не буду тебе нужна. Принцесса Селестия, ты ошибаешься. Ты всегда будешь мне нужна. Думаю, у Starlight Glimmer те же чувства к тебе. Если ты об этом. Да, я боюсь. Немного. О-хо-хо, точно боишься. Даже очень. И вот прошло много лет, Искорка. Мы доказательство того, что если дать кому-то расправить крылья, он не обязательно исчезнет из твоей жизни. Спасибо. И если ты еще беспокоишься, попроси ее писать тебе письма. Кажется, я проболтался, что ты представишь свой большой план для Starlight сегодня. Я такой глупый, но мы все хотим знать, что ты задумала. Тебе же не пришлось срочно придумывать план. О, кошмар! Это будет такой позор для тебя. Да уж, спасибо, Дискорд. Обращайся. Я так люблю помогать. Попрошу вашего внимания. Как вы знаете, Starlight Glimmer является моей ученицей. Я надеялась, что так будет продолжаться очень долго. Но, к сожалению, все когда-нибудь заканчивается. Starlight, ты доказала, что ты добрая, сильная, честная и чудесная, замечательная подруга. Оглядывая зал и видя, сколько у тебя сейчас друзей, я понимаю, что мне нечему тебя учить. У нас есть еще один повод для праздника. Ура! В честь Starlight Glimmer и ее выпускного! Ура! Какой отличный сюрприз! Твое будущее в твоих копытах. Ого, я этого совсем не ожидала. Проклятие, я надеялся, ты пошлешь ее в мое измерение, и мы станем соседями по комнате. Неужели ты не поняла мой намек? Как ты хочешь отметить? Поедем с девочками в Лас-Пегас? Мы можем устроить фестиваль оборотней. Это веселее, чем звучит. Или мы можем немного похулиганить. Я знаю, как превратить замок Селестии в сыр. Правда, шедевральная идея. Это одна из многих сырных шуток, если мы выберем такой путь. Все это звучит просто чудесно. Но дайте мне минутку, ладно? Поздравляю. Спасибо. Ну, как ощущения? Я счастлива, удивлена, взволнована. Я не то чтобы неблагодарна, но ты уверена? Поверь мне, я думала об этом долго и упорно. Я не сомневаюсь.
Старлайт, поверь мне, ты готова. Да. Нет, не готова. О чем это ты? Я не готова уйти. Как хорошо, я тоже к этому не готова. Вот подарок для тебя. Это был подарок в честь получения ордена. Я боялась, что он станет прощальным, но теперь я рада, что мы отмечаем твой неотъезд. Ты сможешь повесить зеркало над комодом. Я знаю, я замерила. Спасибо. Я не знаю, что ждет тебя впереди, но что бы это ни было, я обещаю, Старлайт, что всегда поддержу тебя. Нет, я